Джазовый дирижер, композитор, аранжировщик Вадим Людвиковский оставил заметный музыкальный след. Был широко известен в Советском Союзе и за его пределами. Самое главное, чтобы за первые, наверное, час работы над бюстом ухватить характер. Схватить его вот по тому представлению, как ты представляешь его себе, сразу схватить характер. А потом уже идет такая спокойная работа над деталями, уточнение форм, пропорций и всего прочего. Вот мне кажется, мне удалось схватить характер Людвиковского, его доброту, его музыкальность. Вадим Людвиковский руководил Государственным эстрадным оркестром РСФСР, а позже эстрадным оркестром Гостелерадио. Его коллектив играл для фильмов «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Джентльмены удачи».